Всем привет! Все больше наших подписчиков пытаются узнать, куда действительно выгодно вкладывать свои финансы и как правильно это сделать. Поэтому я подготовила очередной обзор ICO, к которому стоит присмотреться, и более подробно сейчас расскажу о нем. Попав на сайт данного ICO, стоит обратить внимание на дорожную карту, которая полностью описывает путь создания компании и перспективы ее развития. Здесь отражаются все этапы, которые проходит компания, начиная от идеи и заканчивая уже полностью готовым продуктом. Чуть ниже мы можем увидеть более подробную информацию об ICO, рассмотреть описание каждого этапа работы, также сроки проведения и реализации проекта. Кроме того, на сайте уже сегодня можно купить токены и получить ряд бонусов при покупке. В разделе дистрибьюции токенов можно рассмотреть модель распределения финансов, в частности, увидеть, куда пойдут вложенные деньги, оценить пользу проекта, за счет чего предугадать его перспективность. Также стоит отметить, что кроме основного потока на реализацию идеи, большое количество финансов будет направлено и на рекламу продукта, что, соответственно, повысит стоимость токенов практически сразу после запуска. И только поэтому уже стоит обратить внимание на эту компанию, поскольку она может принести значительную прибыль за счет качественной рекламы проекта. Также немалое внимание нужно обратить и на команду. Стоит отметить, что в ней собрались только профессионалы сферы ICO. Этот фактор нельзя оставить без внимания, поскольку реализация проекта специалистами в сфере блокчейн-технологий также увеличивает шансы на успех. На сайте мы можем увидеть полноценное описание проекта в white paper, в котором указываются все подробности о ICO, в частности, актуальность проекта и проблемы, которые он решает. Также это экономические особенности, перспективы развития и продвижения, подробное описание внутренней валюты, конечно же, анализ проекта и уже реализованные решения. Ознакомившись более подробно со всей информацией на сайте проекта, вы можете самостоятельно решить, стоит ли инвестировать в него или же нет, но присмотреться к нему стоит обязательно, поскольку после тщательного анализа проекта он выглядит очень перспективно. И если вы примете решение инвестировать, я бы советовала входить в данный проект не более чем на 15% от вашего криптодепозита. Во-первых, это позволит обезопасить вас и сохранить инвестиции при любых непредвиденных ситуациях на рынке. На этом все. Всего доброго!